Задержан водитель грузовика, который сбил пешехода и скрылся с места преступления. 3 марта около 2 часов дня у дома номер 7 по улице Звездной лежал мужчина без признаков жизни. Прибывшие на место полицейские установили, что на него был совершен наезд. Виновник происшествия скрылся. Сотрудники ДПС установили, что самосвал привозил к магазину песок. Исполнителем заказа оказался мужчина 1963 года рождения, который работает на индивидуального предпринимателя. КамАЗ был обнаружен на улице 2 Болдинской. Водитель поначалу отрицал свою причастность к инциденту. Неопровержимым доказательством оказались следы вещества бурого цвета на правой задней оси. После этого он сознался в содеянном. За оставление места дорожно-транспортного происшествия злоумышленнику грозит до 15 суток административного ареста. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, сообщает пресс-служба УМВД.